На сайте ведомства стартовал сервис, при помощи которого любой может анонимно сообщить о случаях уклонения от уплаты налогов или иных нарушениях налогового законодательства. В первую очередь ждут сообщений о применении схем уклонения от уплаты налогов, выводе активов организации, совершении фиктивных сделок, выплате зарплаты в конвертах, об использовании фирм-однодневок и обналичивании денежных средств.